Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Так, шмекели заберем с тобой. Как раз мы инвестировали. Так что, бро, давай ко мне мою прибыль. Так, сразу же инвестиции. Здесь забираем 225 шмекелей и инвестировать. Все. С этим пока покончили. Так, вроде бы все у меня целенькие. Так, создание. Глянем, сможем что-то сделать или нет. Если нет, то, наверное, сразу же пойдем путешествовать в новый мир какой-нибудь. Я могу только собачий ошейник сделать, но он мне нафиг не нужен, потому что он не востребован. Никто его не берет. Так что давай-ка мы, наверное, с тобой... Секундочку. А что у меня вообще с собой? Предметы. Так, Хелзингер есть. У меня нету чипа. А чип мне понадобится для того, чтобы мало ли кого-то встретим там по пути. Давай, наверное, возьмем две штуки. Две штуки. Блин, эти шмекли так быстро заканчиваются у нас. Два чипа взял, все, денег нету. Здоровски, ладно, плевать. Ну-ка, посмотрим, в каком мире мы с тобой окажемся. Хотелось бы что-то новенькое, да? И, соответственно, сразу же попробуем найти портал. Опа. Что, тревога? Я вижу, кстати, там новые действительно физиономии. Пока вроде бы спокойно все. Давай вот так вот, наверное, обойдем здесь. Хм, этот меня тут поджидает. Хочет напасть. Но мы с тобой вот так вот сделаем, по-хитрому. А ну-ка давай заберем с тобой бактерию. А если я еще... Ах ты, там банка у нас находится. Может быть, дать ему звездюлей, вот этому хламону. Сколько у него, смотри, раз, два, три, четыре. Блин, четыре Морти. Так, Морти со Шнобелем, венозный Морти, я смотрю, старый Морти. Да ладно, давай. Попробуем его ушатать. Ну-ну, профурик и Рорти Фундагра. Он, как всегда, на своем тарабарском, ребята. Так, ну что, старый Морти, он у нас бумажка. Ну что, а у нас большой Морти, костюм и туфли, естественно. Ты прикинь, на 34 мы ему звезданули. Так, давай сделаем порезик. Так, ну что, старый Морти отдупляется. Ух ты, а что это за Морти у нас? Так, мы, наверное, сделаем с тобой замену. Замену. Если мы были ножницы, 100% он взял камень, поэтому берем с тобой бумагу. А бумага у нас судья Морти. Прав я или нет? Сейчас посмотрим. Упс. Нет, ребята, меняем срочно. Возьмем мутагенного Морти. Так, это экзотика. Ай-яй-яй, сейчас мой мутаген Морти будет получать люлей, к сожалению. Ну что, делаем с собой ядовитый плевок. Раз, два. Продолжаем ядовитый плевок. Отравление не вешаем. Уиджи? Что за еще за Уиджи он мне сделал? Ну что, крышка этому? А, это тень Морти, оказывается, был. Ну что же, мы его подбили. 183 очка опыта. 61 получает судья Морти. О, нет, ребята, это не венозный, это... Или венозный? Просто, видимо... Видимо, уже самый последний... Как бы сказать... Стадии. Слушай, что нам сделать? Если мы сейчас с тобой камень, взял бумагу наверняка. Возьму-ка я аниматроника. Смотрим. Да, сгусток Морти, прикинь. Ну что же, молотила? В плане прошла мимо. Да какого фига, блин? Он делает мне испарение. Опять молотила. Не понял юмора.
Негатив он мне делает. Так, ну-ка давай утечку энергии. Ну, хоть здесь нам повезло. Слушай, мне не нравится. Причем он обычный. Ну да, у нас уровень 15, но это не должно так сильно сказываться. Так, испарение. Так, мы опять с тобой делаем утечку энергии. Допустим, поглотили 3 ОЗ. Он меня ушатает. Не буду я никакую замену делать. Предмет, у нас есть с тобой что-нибудь? Ничего у нас нету. Просто атакуем. Молотило. Сейчас нас добьют. Так, подбил, да? Значит, довольный. Ну что, большой Морти, ушатывай его тогда через костюм и туфли. Он истощен. 51 очко опыта. Так, а это у нас Морти со Шнобелем. Продолжим. Ага, ножницы. Но это у нас обычный самопиар. Так, защита выросла. Сонливый взрыв. А мы костюмы туфли. Почти половину хп отняли. Так. Ах, ты тоже можешь отравлять, оказывается. Это для меня новость. Что Шнобель может отравлять. Ну-ка. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Буквально одна единичка ОЗ у него осталось. Так, моя скорость упала, плюс еще яд потихоньку у нас бомбит. Ну что, добиваем его через порез. И мы выигрываем здесь эту схватку. 300 шмикелей плюс сыворотка. Окей. Так, слушай, дает он сверху шмикели. Кто-то мне сказал из подписчиков, что лучше смотреть. Ну давай посмотрим. Так, а сколько ты мне дал шмикелей-то? 90. Окей. А инсунув и снова. Мне плевать, что ты там бурагобишь. Я заберу вот эту. Опа, смотри-ка. Там со Шнобелем бегают. Слушай, нам нужно их схватить. Вопрос в том, как мне это сделать. Здесь сбоку можем, да? Атакуем. Морти с одним Шнобелем. Ну что, погнали. Костюмы, туфли. Так, у меня два чипа взято, да? Поэтому давай-ка мы с тобой, наверное, один используем. Поймали. Поймали мы этого чувачка. И сейчас я хочу попробовать вон того поймать. Тихо, тихо. Куда ты побежал? Куда ты побежал, а? Родной ты мой. Ты нам нужен. Мы будем... Опа. А здесь Морти с двумя Шнобелями. Так. Хорошо, давай костюмы туфли. Так, это у нас редкий получается, да? Предмет. Хватаем его. Надеюсь, получится. Ну-ка. Давай, 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 давай. Есть. Так, ну что, мы поймали с собой Морти с двумя Шнобелями. Это редкий. Окей. Жалко, что этот у меня аниматроник подбитый. Так, ну что, давай искать дальше, что у нас тут есть хорошего. Может быть, вот тут обойти? Ничего тут хорошего не валяется? Не-а. Хм. Так, а если я вот здесь пройдусь? Так, этот будет ловить меня. Там, я смотрю, микрочип. Так, тут у нас, значит, такой Морти у меня есть. Их, подожди, а если я обойду? Можно же так сделать? Это что у нас за Морти бегает? Это, по-моему, самый обычный, да? Хм. Поймать его, что ли?
Блин, ну обычный Морти. А где портал? Скажи-ка мне на милость. А вот и портал мы нашли. Так, микросхему в плане. В твоем мешке уже нет места, говорят. В моем мешке нет места, прикинь. Как он быстро забивается, этот мешок. А кабель я взять могу? Кабель могу. Хм. Опа. Друзья мои, это что? Что это за новый Морти? А ну-ка иди сюда. Ух ты, чашка Морти. Друзья мои, надо обязательно ловить. Так, атака. Костюм и туфли. Ничего себе. Кстати, он тоже экзотический. Тоже экзотический. Как думаешь, я его не убью, если бомбану? Порезик, наверное, сделать, да? Да куда ж ты так? Офигеть, ребята. Хотел поймать. Поймал. Рикки-тикки-тави тут кричит. Слушай, а он же появится снова, если я, например, схожу сейчас на арену. Или нет? Смотри-ка, здесь новые какие-то поваренки, все дела. Опа. 250 шмекелей плюс клетка бактерий и сенсационная сыворотка, которая, по-моему, лечит 2000 хп. Могу, конечно, ошибаться. Ну что, наверное, нам с тобой надо применить Хелзингер. Применить его надо будет нам на аниматроника. И это полдела, нам еще нужно применить с тобой хилку. Хилку на большого Морти, наверное, все-таки. 20 УЗ восстанавливает. А, нет, ребята, 200 УЗ восстанавливает сенсационная сыворотка. Я, наверное, пока тратить не буду. Ну что, давай зайдем сюда, посмотрим, кто тут у нас. И я жую последнюю пластинку, поэтому давай быстрее все закончим. Я не против. Жующий Рик. Так, Морти рабочий на производстве плюмбусов. Что-то он как-то выглядит не очень хорошо. Так, замену сделаем с тобой. Замену на мутагенного Морти. Мы редкие, он тоже редкий. Уровень у нас повыше. Поэтому мы должны, наверное, все-таки ему здесь навалять. Так, ядовитый плевок. Не понял. У него тоже три удара? Оу, крит. Слушай, мне не нравится то, что он... Ах ты гад, очищенный Морти. Раз. Два. Три. Это экзотика. Мы меняем с тобой на бумагу. Будет у нас судья Морти, да? Нет, давай вот талисман Дикарь Морти. Уровень-то, кстати, смотри, 21. Ой-ой-ой-ой-ой, 14 уровень. Безнадежно, говорит. Молотило, попробуем. Это что такое? Это называется атака? Это смех на палке, ребят. Вообще ничего нет, не сносим просто, посмотри. Нет, надо менять. Давай-ка мы за тобой возьмем судью Морти. Пускай он редкий, но уровень, по крайней мере, тут будет посерьезнее, 20-й. Так, он сразу тоже меняет. А ну проверим, кто сильнее. Угу. Больно, но терпимо. Толчок. Готов. Так, 82 опыта, 45 опыта, еще 45 опыта. Жующий Рик. Так, если он бумага, он 100% взял ножницы. Мы возьмем с тобой тогда мутагенного Морти. Посмотрим. Ножницы, так и есть. Уровень 19. Ну что, сделаем атаку. Всплеск.
Ну, неплохо, на 13 очков. Скручивание. Атака прошла мимо. Сосунок. На тебе. Сразу поменял, да? На очищенного Морти. Мы тогда тоже с тобой меняем. Я беру судью Морти. Так. Каменный взгляд. Безнадежно, говорит. Тогда мы сделаем с тобой толчок. Окей. Делает зажим. А вот здесь уже больно, ребята, крит прокатил. Толчок. Да. Что-то мне кажется, что мы потеряем сейчас судью Морти. Так, Морти с малетом. Он обычный, да? А давай попробуем атаковать, ребят. Ух, хорошо. Добил. Ну, Морти, у него, кстати, три. Три Морти еще. Так, судью подбил, давай берем большого Морти. Атака. Костюмы, туфли. Минус. Кто там у нас следующий? Продолжаем. Это у нас очищенный Морти. Я думаю, ему одного удара будет достаточно здесь. Окей. И последний Морти. Ага. Это у нас дикарь Морти. Ну что ж, посмотрим. Блин, у меня кончился. Упс. Твою дивизию, что творит, смотри. Так, давай еще разок. Блин, я вот так буду до посинения, по-моему, бомбить. Так, делаем замену. И на кого? На судью Морти? Так, подожди, а он кто у нас? Он у нас камень. Значит, нам нужна бумага. Че, попробуем? Уровень, конечно, ребята. Тут все решает уровень еще. Пипец. Вырубил, да? Вырубил. Ну, давай попробуем аниматроника взять. Атака. Молотила. Проверка. Прошла мимо атака, прикинь. А еще раз молотила. Да. Слушай, это серьезная заявка. Так, на этот раз его атака прошла мимо. Ну-ка, все, он меня убивает. Блин, да я должен его ушатать. Мутагенный Морти. Выходи. Так, я беру предмет. Вот этот вот сенсационную сыворотку я применяю на большого Морти. Сонливость. Так, ну что, а теперь, как говорится, выходит у меня Морти. Большой. Надеюсь, мы... Блин. Порезаем его, что ли, одним бомбить? Моя атака мимо прошла. Давай еще раз порез. Что-то, мне кажется, он меня быстрее сделает. Но что это за... Что это за атака? Посмотри, сколько он у меня сносит. Офигеть. У меня, по-моему, все кончилось, да? Нет, еще один порез есть. Ну и как? И чем? Друзья, я его все-таки ушатал. Так, шмекели, полтонический камень и значок мы с тобой получили. Так, что он там? Я накину тебе шмеклей. 275 шмеклей накинул. Вот оно как. Ты мне никогда не нравился, Рик. Забирай значок и убирайся. Так, нам для боя не хватает 4 значка. Ну что? Погоди-ка. А, я же не смогу взять. У нас забит весь инвентарь. Ну что же, сейчас мы с тобой в первую очередь залечим раны.
А во-вторых, я хочу посмотреть, может быть, тут кому что надо. Тут же обычно НПСки бегают, которые просят принести там одно, другое. Ты отойдешь отсюда? Вот, что этому нужно? Иди сюда, профессор. И я слышал, ты можешь синтезировать темную энергию. Понял, темную энергию. Так, у меня есть она? Нету. Шар темной материи только есть. Но это ему не надо. Еще будут Морти? Точнее, Рики. Просящие у меня что-нибудь взамен. Так, это магазин. Ага, вижу. Ему нужна будет наверняка супербатарейка, да? Как всегда. Ему нужна супербатарейка. У меня ее нету. Но мы можем ее, наверное, сделать. Так, давай посмотрим. Чистый плутоний. Супермощная батарейка. Создаем. Создаем. И отдаем сразу же. Что он нам подкинет за это добро? На тебе супермощную батарею. В плане не удалось заменить. Материнская плата по... Так, еще раз, а что тебе нужно? Логическая ошибка, оборудование отключения системы. Может, микросхема ему нужна? Слушай, а что же тогда ему надо? Если батарейка ему не нужна, это ему не нужно. Кстати, я могу сделать микрочип. И я создам его. Я обязательно его создам. Что же тогда ему надо? Так, батарея, супермощная батарея. Так, клетка мутировавшая. Создадим. Еще одну, пускай будет. Так, шар темной энергии. Собачий ошейник. И все получается пока, да, у нас. Ладно. Так, это мы... Опа, тебе-то что надо? Тоже темная энергия. Не-не-не-не, нету у меня темной энергии для тебя. Подожди, а тут разве внизу? Не бегал профессор, это значит он и был. Я просто подумал, что еще один. Но нет, я ошибался. Так, создать мы с тобой ничего не можем. Где у нас вообще этот? Вот, Морти-целитель. Давай, будь добр, исцели всех. Исцелил. Так, в питомнике. Лагерь. Получен результат. Они должны по уровню, по идее, получить, да? Так, Морти, мастер на производстве плюмбусов. Дальше идет просто Морти. Самый обычный. Самый нормальный, так скажем, да? Без каких-либо мутаций. Морти Джерри. Тоже получает уровень. Плюмбуса Морти. Так, 11 уровень получает. Плюмбаневые Морти. Так, слушай, давай тогда, наверное, мы... Ну, до 25 уровня, конечно, мы их тут замучимся, наверное, прокачивать. Но пускай идут. На 24 часа я их отправляю, мне не жалко. Вот то, что синтез мы с тобой сделать не можем, вот это, конечно, плохо. А для синтеза у нас с тобой маловато, я так понимаю... пойма на этих Морти. Поэтому я, наверное, побегу дальше. В следующий портал. Так, а ты-то что? Опять со своей материей или тебе что-то другое надо? Добрый день, может, у тебя найдется минутка, чтобы помочь своему приятелю Рику? Похоже, в моем летающем автомобиле закончилось топливо, а Морти, который обычно его заправляет, сейчас истощен. И как назло, перед истощением он не смог мне сказать, что за топливо нужно использовать. Если ты это выяснишь и принесешь мне топливо, я в долгу не останусь. Без понятия вообще, какое тебе нужно топливо. Может быть,
Нету у меня. Может, вот это вот. Но это вряд ли тюбик. Похоже, это не подходит. Да я знаю, что не подходит. Интересно, какое топливо ему надо. Слушай, мне нужно прокачивать моих слабых Морти. Но они почему-то не хотят получать уровни. Так, ну что, нам 4 значка не хватает для того, чтобы мы смогли с тобой подраться с остальным членом совета, со следующим. Опа. Да ё-моё, я хотел вон того поймать. Только что вспомнил, что не выключил плиту. Давай быстро закончим бой, и я поспешу домой. Давай. Морти в майке. Так, у нас экзотика, я думаю, что мы справимся. Костюмы, туфли, поехали. Ух, как мог. Нифига, у него 5 Морти, друзья мои. Он мне вешает изнурение. Защита у меня упала. Порезиком я его добью, наверное. Окей. Так, 86 опыта. Ух ты, это кто у нас такой? Так, ножницы, наверняка он взял камень. А значит, мы с тобой возьмем бумагу. Кто ты? Вороватый Морти, оказывается, это 15 уровня. В принципе, мы должны его ушатать. Да что ж ты будешь делать? Почему такая слабая атака-то? Никак не могу понять. Всего на 10 очков мы его бомбанули вот сейчас, в данный момент. Причем делаю молотило. Еще на 10 очков. Его атака прошла мимо. Сила 50, точно 95. А молотило... так нам выгоднее всплеском бомбить-то тогда. Кританули еще при этом. Ты видел? Да чтоб тебе, блин. Сейчас ушатает. Еще и траванул. Обалденно. Еще и убил. Морти истощен. Ну что тут я могу сказать? Ну, давай судью Морти вызывать. Слушай, мне нужно побольше брать экзотики с собой. Вот что я усвоил. Так, толчок стирания. Это же не атака? Или атака? Ну, попробуем. Еще какая атака? Так, вороватый Морти отдуплился. Этот что у нас за хмырь? Если мы с тобой сейчас играли за бумагу, он наверняка взял ножницы. Значит, мы возьмем с тобой камень. Мутагенный Морти против Морти в оранжевой рубашке. Атака. Стоп. Он взял бумагу. Нафиг я камень взял? Вот объясни мне это, а? Вот тебе и замах. Ладно, попробуем ушатать его здесь. Бомбим не кисло, кстати. Опять замах. Продолжаем. Ядовитый плевок. Крышка ему. Так, мы камень с тобой. Бумага. Опа. Продолжить. Дважды джинсовый Морти. Ничего себе название. Дважды джинсовый Морти прям. Ну-ка. Держит плевок, оказывается. Изнурение. Так, он мне понизил защиту. Давай добьем, наверное, ядовитый плевок. И сейчас он меня добьет, по ходу дела. Всплеск. Так, он сделал защиту себе. Интересно, сможем пробить? Да. 250 опыта. Ох ты, а это что еще? Маг Морти. Так, делаем замену. Камень, зачем? Неужели он бумагу взял? Ну ладно, возьмем большого Морти. Хочу просто глянуть. Блин, он камень взял. Проверим. Ты посмотри. Это скрита. Но он тоже неплохо гильотиной своей ударил. Ну что, добиваем его через порез. И, в принципе, все. Эй, лузер. Вот именно что лузер. Так, средства от яда мы с тобой получили. Так, ну что, давай смотреть шмикели. 384, неплохо. Неплохо. А, и мои Морти никуда не годятся. Наверное, отпущу их и найду новых. Иди ищи новых, а мне вот этот нужен. Древний Морти.
Выглядит он, конечно, ребята, очень страшно. Ну-ка. Лишь бы не убить его нечаянно. Ну что, попробуем его поймать. Так, предмет. А где мой чип контроля? Фак. Ты серьезно? Ну-ка. Кто-то липкость применяет. Эй, погоди, погоди, погоди. Да в плане, блин, проходит мимо атака. Вот теперь ловим. Слушай, хороший, видимо, морти, раз такое сопротивление у него. Есть. Слушай, ну эпический. Это круто. Эпический — это, конечно, не экзотика, но все-таки. Так, я вижу, там батарейка у нас лежит. Я хочу ее забрать. Батарейку мы забрали. Создание. А где у нас портал? Кто мне подскажет? Ага, стоят, смотри, смотри, смотри. Стоят, тут ждут меня. Так, я, наверное, вот здесь все-таки пройду. Не пройду. Неужели придется драться, а? Хотя мы можем попробовать вот здесь вот обойти. Ага, микросхемку я взял, подобрал, да, все-таки. А здесь, наверное, все-таки просекет меня. Нет, не просек. Опа. Слушай, у нас с тобой есть чипы? Ну-ка посмотрим. Чипа нету, под контрольного чипа нету, но есть в магазине. В магазине я, пожалуй, куплю. Один. Два возьму на всякий случай, да? Плюс возьмем большую сыворотку. Две штуки. Ты видел, какой там чувак ходит? Смотри. Накачанный. Его надо брать. Его нужно брать. Мускулистый Морти. Такого у меня нету. Это у нас камень. Так, мы меняем с тобой на бумагу. Это судья Морти. Собственной персоны. Причем мускулистый Морти у нас 18 уровня. Его обязательно нужно будет... Ничего себе. Ты смотри-ка. Закаливание он там. Подожди, не, нет, я не то хотел. Стирание. Это же у нас... Сила син... Так, понятно, усиление. Своя атака, уклонение. Давай стирание попробуем. Ух ты, вот сейчас мы его ловим. Так, где мой предмет? Где мой чип контроля? А ну-ка. Есть. Мускулистый Морти идет к нам в копилочку. А я спокойненько иду дальше искать. Искать дальше. А где портал? Опа. Так, тихо, тихо. Вот тут надо аккуратненько, чтобы не спалиться. Хм. Блин, подожди, где портал? Ух ты. Тут и тюбики, что-то, конечно, все это. Это кто? Это же Морти в красном свитере, по-моему, да, бегает там. Довольный. Так, мы с тобой берем бактерию. Здесь мне не пройти. Что тут написано? Не пропускай раздачу зданий цитадели. За них можно получить отличные награды. Ищите активные задания на своем мортипеде. А вот это как взять? Опа. Бери давай. 260 шмикелей, так, консервная банка и средства от яда. Ну, наверное, нет смысла, да, ловить второго, потому что... Или есть? Вот кто знает, есть смысл ловить второго? Эпического или нету? Их, по-моему, нельзя скрещивать. Можно скрещивать только обычных. Ну, я правильно понял, надеюсь, ребят? Поправьте меня в комментариях. Так, смотри, здесь куча Морти. Один у нас, кстати, уже
Фигоненько себя чувствует. Поэтому давай-ка мы сделаем с тобой большую сыворотку. Применим на... на большого Морти, наверное. У нас тут вообще как-то очень все фиговенько, если быть честно. Смогу ли я тут с ними справиться? Вот в чем вопрос. Это мой звездный час, я уничтожу тебя, Рик. Я уже это слышу хрен знает сколько раз. Архимаг Морти. Опачки, Архимаг Морти. А ну-ка давай начнем. Сколько у нас здесь? Сила 65, фигня. Сила 50, вообще бред. Вот, поехали, прилив. Будем сейчас... Так, он мне точность, да, понизил? Поехали, еще прилив. Скрита, ну неплохо, неплохо. Ха-ха, меняет, сразу побежал менять. Кролик Морти, обычный. Ушатываем, ребята, ушатываем его в хлам. Слушай, может быть, нам пока не поздно выпить сыворотку большую. Так, он вернул своего этого забулдыгу. Продолжаем. Я его должен ушатать. Прилив. Обалдеть. Я могу сейчас так сфейлиться, поэтому делаем большую сыворотку. Применяем на большого Морти. Так, 59. Окей. Так, прилив. Все. Кстати, у него тут 4 Морти всего лишь. И я получаю 24 уровень. Ай, красота. Это кто еще такой? Чревовещатель. Продолжим. Так, это ножницы. Эпика, эпика. Прилив. Хорошо пошла эпика. Насмешка. А так он мне понизил. Фигня, ребят. А он еще и защиту. Эй, хорош. Блин, ребят, мне нечем бомбить. Сила, сильное усиление, защита. Ну что, придется костюмы, туфли делать. Моя атака прошла мимо. Кто он там у нас? Ножницы. Если мы ножницы, значит нам нужен камень. А камень у нас только мутагенный Морти. Ну что ж, попробуем. Режущий взгляд, безнадежно. Офигеть, безнадежно. Так, молодец, сколько у нас берет? Точность, сила 65. Сила 50. Значит, молотила только. В плане, блин. Безглазого Морти поставил, прикинь. Плюс это бумага. Аниматроник Морти мне здесь поможет, наверное. Хотя уровень 22. Убийственный взгляд. Так, а мы с тобой сделаем, знаешь что? Отрыжка, это что у нас? Понятно, изнурение. Это ослабление молотила. Точность, так, сила 65. Высасывание жизни из врага. Угу. Тогда молотила. Блин, ну я боюсь, мы не успеем, да? Черт подери. Ладно, у него остается сколько? 2 Морти. Давай, выходи, Морти. Этот его ушатает 100%. Через костюм и туфли пропустим его. Так, и выходит чревовещатель. Продолжаем. Никуда я не буду бегать. Сделаем атаку. Через... Так, опорез. Сила 50, фигня. Через костюм и туфли только. Ух ты. А почему он ходит первым? Его атака прошла мимо. Ха-ха-ха-ха. А мне и бомбить больше нечем, прикинь. Только порез есть. Так, сколько у него? 24 хп. У меня остается... Фигня у меня тут остается. Атака. Молотила. Он не дает мне, ребят, сходить. Почему он не дает мне сходить? Блин, против ножниц. Редкий.
Толчок. Сила 65. Блин, сила. Что ты делаешь-то? Насмешку, да? Атака падает. Защита падает. Скорость падает. Что такое стирание? Сила 70, точность 95. Поехали. Зашибись. То есть все мои морти погибли. Так. Этот мне поможет или нет? Вот, смотреть. Ну что, он мне восстановил всю мою команду, поэтому, естественно, буду продолжать. И на этот раз ему не сдобровать. Погнали. Так, у нас, по-моему, порез, да? Нет, не порез. Что у нас тут? Прилив, по-моему, да. Сила 100%. Ох, как хорошо. Так, гипноз. Точность упала. А мы опять с тобой прилив вырубили. Архимаг Морти отдуплился. Так, это что у нас? Это кролик Морти. Тоже ножницы, поэтому прилив. С удара вынесли. Серьезно. Офигеть. Так, вот он, этот гаденыш. Чревовещатель. Через прилив, ребят, пускаем. Зашибись, моя атака прошла мимо. Он мне еще и понижает атаку. Он все мне понизил. И скорость даже. Поэтому мы заменим с тобой, знаешь, на кого? На аниматроника. Блин, ну... А что делать? Режущий взгляд. Прикинь, звезданул под крит. Молотило. Да ты запарил, блин. Он все параметры понижает мне. Абсолютно все параметры. Так, давай пока попадаем. Так, ну что, талисман, что ли? Ну давай талисман, дикарь. Всплеск, сколько там? 50, 65. Ну 65 давай. Да ты заколебал, ну серьезно, а? Я хоть атакую вообще? Понятно. Мартингут. Что-то у меня такое предчувствие, что мы его не завалим. Атака. Ядовитый плевок. Сразу меняем, да? Так, отравили. Солидно. Так, давай еще атаку сделаем. Так, он все равно вернет сейчас своего этого чудика. Давай, давай, иди сюда. Мутагенный Морти тебя ждет. Так, подожди, никакой замены. Давай травить его. Ну ты посмотри, что творит, а. Раз, два. Эх, не вышло, да, у нас травануть его. Ну, раз, два. Блин, и отравление до сих пор не повесили. Еще плевок. Моя атака прошла мимо, ну... Кто, блин, в этом сомневался, а? Все, по-моему, нам сейчас крышка. Завалил. Блин, судью Морти вызывать, что ли? Давай, наверное, большого Морти вызовем. Атака. Порез. Ага. А костюм туфли на сколько? 65, а здесь... Блин, прилив тогда лучше делать. Есть. Да выеживался. Так, шмекели, сыворотка и значок. Так, и сверху еще, да?
178, ладно, фиг с ним, пускай будет. Все закончилось не так, как должно было. На этот раз удача была на твоей стороне, Рик. Так, для следующего боя нам не хватает, блин, 3 значка. Еще так много, на самом-то деле. Так, у нас, по-моему, ничего нету, да? Что у нас заказывали, что у нас просили. Темные там энергии, еще что-то. Так, питомник. Питомник мне пока не нужен. Исцеление. Давай-давай, исцеляй. До максимального уровня. Подожди-ка, дай-ка я кое-что гляну. Мои Морти, которые со мной ходят. 20-й, 15-й, 14-й. Вот это вот вообще, ребята, никуда не годится. 15-й, 14-й уровень. Почему они у меня не растут? Да потому что противники, видимо, равняются под моего первого Морти, который у меня выпадает. Мне так кажется, могу, конечно, заблуждаться. Что за задание у нас тут? Красавчику Рику необходимо топливо. Четырехглазый Рик хочет поэкспериментировать с темной энергией. Это все, что у нас выполнено, да? Активные задания. Панель Морти. Задание выиграть. Морти, твои Морти. Ну что, друзья мои, мы, наверное, на сегодня закончим. В следующей серии, я думаю, наверное, еще 2 значка мы сможем выиграть. Ну, а там уже, как говорится, пойти и драться с членом совета. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.